честь региона на международном турнире по тхэквондо защищали 11 спортсменов. Весовой категории 67 килограммов Аима Амирханова завоевала серебряную медаль. В финале она вступила к аргандинской сопернице. Аима Амирханова, призерка множества республиканских международных турниров, занимается этим видом спорта около 6 лет. Все акмолинские спортсмены, участвовавшие в турнире, показали хорошие результаты. Провела 3 встречи, последняя финальная была сложной. В финале я уступила девушке из Караганды, а до этого я выиграла у девушек из Усть-Каменогорска, Южного Казахстана. Сейчас мы готовимся к чемпионату, который пройдет в конце месяца. Данные соревнования проводятся уже в 15-й раз. Каждый год наши земляки занимают призовые места. Масштабы турнира с каждым годом расширяются. В этом году в состязании приняли участие более 600 тхэквондистов. Ездило 11 человек, получается, из них 6 человек взрослых. Ну, как взрослые, старшая группа, это получается, юниоры и взрослые. И 5 человек детей, получается, ну, как две команды ездило. Выступали как Акмолинская область, получается, из всех у нас одно серебро. Это, получается, заняло Амирханова Аим. В регионе более 150 спортсменов, интересующихся этим видом спорта. Многие из них подростки. В скором времени чемпионат мира по тхэквондо пройдет в городе Нур-Султан. Сегодня подготовка спортсменов идет полным ходом. Нур-Султан Ибраев, Абзал Азаматов, Баужан Смагулов, Шухан Таукиев, Кукшия, Парад.